Сегодня в программе. И знаешь, кто ее хахаль? Не поверишь, официант в ночном клубе. А знаете что? Замолчите оба. Знаете что? Вы оба подлые твари. Что ты, что твоя сестра. Вы все время мне что-то запрещали, все время против меня шли. А у меня настоящая любовь, между прочим. Наталья Хаустова прожила с мужем Сергеем 4 года. И внезапно решила подать на развод. Сергей считает, что делает все для жены, но Наталья обвиняет мужа в супружеской измене и настаивает на разводе. У меня, да, были любовницы, но их было не так много, как она говорит. То есть было там 2-3. Действительно, вообще это... несерьезно вот, даже. Вот ваша честь, вы слышите, что она говорит? 2-3. Арина Сомова намерена расторгнуть брак со своим мужем Владиславом. Она устала от его постоянных измен и многочисленных любовниц. Когда-то сама Арина увела Владислава от первой жены, но только спустя годы осознала, что он никогда не станет ей верным супругом. Но оказалось, что в этой истории не только Владислав питает слабость к обману. Здравствуйте, прошу всех садиться. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Хаустовой Натальи Михайловны к Хаустову Сергею Анатольевичу о расторжении брака. Хаустов Сергей Анатольевич иск не признает, расторгать брак не намерен, общих детей у вас супруги нет и также нет совместно нажитого имущества. И я хотела бы, чтобы вы, истец, сейчас изложили причину развода. Да, ваша честь, все так и есть. Я разочаровалась в своем муже. Дело в том, что 4 года назад, когда я выходила за него замуж, я думала, что Сергей окажется прекрасным принцем. Но я, как и все девочки, всегда мечтала о принце. Я росла в очень строгой семье, меня очень строго воспитывали, можно сказать, держали в ежовых рукавицах. У меня отец пил, и иногда даже, когда я делала какие-то маленькие провинности, он меня бил. Ну и, в общем, после учебы меня родители отправили работать. Мне пришлось пойти в кафе и там мыть полы. Собственно говоря, там мы и познакомились. Там работала его сестра, она работала официанткой, а я уборщицей. Правда, я не знаю, зачем она там работала, она была студенткой, у них семья в достатке жила. И он приходил к ней иногда по вечерам, встречал ее. И однажды, когда я только вымыла полы, он грязными ботинками по чистому полу прошелся. И я так расплакалась, мне так стало обидно. Но он подошел, он пожалел меня, он угостил меня кофе. Он потом приходил после этого еще, приносил мне цветы, встречал, до дома провожал. Ну, так как я говорю, у меня строгая семья, они заметили, что я встречаюсь с мальчиком, и к этому очень плохо отнеслись, на меня очень ругались, кричали, постоянно были скандалы. Они говорили, не дай бог, ты в подоле принесешь и прочее, прочее. Ну, Сережа видел, что я плачу постоянно, что у меня есть проблемы, я ему все рассказала. И он сказал, давай переедем ко мне, будем жить вместе. Ну, я не могла на это согласиться, пока мы не расписаны. Я ему сказала, что нам обязательно нужно будет расписаться. Да, он сделал мне предложение, буквально через месяц мы уже поженились. И практически он все сделал так, как вы и мечтали. Да, я правда... понял вас, и знал вашу семейную ситуацию, и пошел вам навстречу, сразу зарегистрировал брак, что не каждый, надо сказать, принц делает. Поэтому, казалось бы, вы должны быть довольны. Да, я правда так же тоже думала, что я такая благодарна. Я оказалась в сказке. Но в действительности все не так, не так уж это сказка. Это та же самая клетка получилась, то есть у меня в семье мне все запрещали. Это вот та же самая ситуация переложилась сюда. Такая же клетка, только золотая. Сережа, он знал изначально, что меня так воспитывали, что я люблю и убираться, и стирать, и готовить. И мне приятно было все это для него делать. Мне хотелось создавать уют в нашем доме, чтобы он это оценил, чтобы он понимал, что я его люблю. Ну, это приятно, и вообще-то хлопоты, честно говоря. Конечно. Чем вот так вот на работе вкалывать дома, и уют создала, и что-то поготовила, постирала. Ну, это же приятно иногда. Да, я так и хотела все делать. А он нанял домработницу. Я ему сказала, ты понимаешь, что если унитаз вот... В семье это вот честь хозяйки, это лицо хозяйки. Вот оно должно быть таким, вот как она относится ко всему. Если на кухне чужая женщина появляется борщ готовить, это унижение для женщины. Я ему все это объясняла. Он говорит, нет, нужна домработница, пускай будет чужая женщина. Но у нас так в семье было принято, что нам спорить нельзя с мужчинами. Естественно, мне пришлось согласиться, что в нашем доме будет другая женщина наводить порядки. Но она не другая женщина, это, в общем, помощница по хозяйству. Другая женщина, если бы он любовницу привел и сказал, вот она будет мне больше готовить. А так, ну, в общем, вам это было очень помощь, неприятно. А вы займитесь другим, вы вышивать начните. А вы, знаете, неужели же это проблема вот из-за этого разводиться-то? Я хотела развиваться как личность, и он знал прекрасно о том, что у меня есть мечта. Я всегда тянулась к прекрасному, мне хотелось стать
дизайнером. Он знал это, и вот тоже ему спасибо большое, я ему благодарна. Он оплатил мне учебу в ВУЗе. Мне так нравилась учеба. Я постоянно сидела над книжками, я постоянно читала, учила. Мне очень нравилось общаться с ребятами на парах. Но он мне сказал, ты мне совсем не уделяешь времени, ты мне не уделяешь внимания, у тебя все время уходит на учебу. Ну, естественно, мне пришлось сделать выбор между учебой и любимым мужем. Мне пришлось бросить институт. Но, Ваша честь, это, ну, не соответствует все действительности, то, что она здесь рассказывает. Все было немножечко не так. Все так. Ты даже не все немножечко, а перевираешь ты все, Наташа, ну, не было такого. Слушай, потом я тебе что сказала? Я хочу ребенка. Это также было в твоих интересах. Я, как и любая женщина, хочу ребенка, Ваша честь, вы должны понимать. Я бы там с ним игралась. Я бы там наряжала, костюмчики всякие покупала бы. Ну, мне было бы интересно заниматься ребенком. Только он говорит, нет, тебе рано этого еще делать. То, что ты сама еще не наигралась, ты сама еще ребенок. Мы к этому не готовы, у тебя все время уходят на другие дела. В итоге что? Я... Мы, в общем, мы так не завели ребенка, мне так не удалось забеременеть по его причине. Ну, подождите, не удалось. Ну, вам что сейчас, 85, что ли, что вам не удалось? Еще удастся. Я а ваш муж вас бережет, дает вам возможность еще немножечко побыть тоже самой ребенком. Говорит он мне, что говори, ходи по салонам, на пилинги, на массажи, занимайся своими делами. Но это все для того, чтобы быть каждую секунду готовы к его всяким прихотям, к его просьбам. То есть я какая-то секс-рабыня для того, чтобы вот в любую минуту я оказалась около него. Наташ, ну что ты тут рассказываешь? Ну, и даже все, даже несмотря на то, что я все это делала, ты нашел себе другую. Так, подождите, значит, причина еще одна есть у нас, супружеская измена. Конечно. Я сначала подозревала, я сначала замечала, что он задерживается с работы, что от него пахнет другими духами, что он выходит с кем-то говорить по телефону, когда меня нет рядом. Ну, наоборот, выходит, чтобы я этого не слышала. А потом... Начались подарки. На-ка тебе туфли, на-ка тебе шубу. А потом купил мне новую машину. А я знаю, в чем причина. У меня отец, когда гулял от матери, он также из загулов приносил ей подарки. Ну, типа загладить свою вину. И я все это поняла. У него есть другая. И вот эти все подарки именно к этому у и клонили. У него есть другая, вы о ней не знаете, а у вас есть подарки. Ну и пусть там будет какая-то другая, нет, теоретически. А у вас, чем больше у него других, главное, что вас это не унижает. Меня это унижало, меня это очень унижало. Но вы же не я знаете, есть постоянно у него другая или нет. Это я вы умозаключение ваше. Это вот, это все были все догадки. Все твоя фантазия, Наташа. Я пришла к тебе на работу, я вхожу в твой кабинет, я присела, и тут врывается какая-то женщина, его новая бухгалтерша, кидает ему на подпись документы. Я пришла к мужу. Она что, не может в другой момент подойти за подписями? Ой, я бухгалтер, здесь... это хуже любовницы. Это в любой момент подойдет и мужа возьмет, а еще приедет налоговая, так и вообще не дает. Я ему все сказала, что мне неприятна эта женщина, чтобы ее не было, чтобы вообще таких ситуаций не было. Он говорит, ну, зайка, там ты чего, это там все бред, это все глупости. Угу, это не глупости. У него есть еще одна квартира, ну... Еще одна жилплощадь, мы ее не сдаем. Просто, ну, у нас как бы доходы позволяют, и потом ремонт делать обошлось бы нам еще дороже. Я прихожу полить цветы в эту квартиру, и эта женщина ходит в халате по нашей квартире. Вот это бухгалтер, да? Да. И это... финансовых документов в руке не держит. Я ее выгнала оттуда, говорю, иди отсюда. Она мне орет то, что мне Сережа сдал квартиру. Как он может сдать, если мы не занимаемся арендой? Я когда все это увидела, я прилетаю потом к нему домой, я ей все рассказываю, он меня опять начинает успокаивать. На следующий день я прихожу на работу опять к нему. И у него в кабинете, она сидит прямо на его столе, у нее блузка расстегнута по пояс, а он ее целует. Я так тогда разревелась, я не знала, я, куда мне деться, что вообще делать. То есть вот это был первый момент. Как первый? Это уже один из многих моментов. Нет, но я имею в виду, что тот первый момент, когда вы по-настоящему увидели, потому что одно дело бегать там в халате, а другое дело сидеть... на столе с расстегнутой блузкой. Тут вы поняли, что эта золотая клетка не для вас. Вообще вас не для такие меня. Отношения пришла, унижают, вас они вещи не устраивают. Да, и вы не хотите продолжить те же отношения, которые были в вашей семье. Нет, не хочу. Когда я подавляли приехала вашу индивидуальность. Да, я уже успела хорошо приехать. Хорошо, я поняла. Вспоминался. Есть основания для расторжения брака, да, со можно стороны истца. Теперь я хочу получить какое-то объяснение от ответчика. Ваша честь, я бы хотел попросить вас как-то уговорить мою любимую супругу, на самом деле я ее очень люблю, перестать капризничать. То, что она здесь наговорила, ну, мягко говоря, не соответствует действительности. Я не говорю, что она лжет умышленно. На самом деле у нас очень хорошие с ней отношения были все эти действительно годы. Действительно, хорошие отношения. Давайте я сейчас ее сразу говорю, истица. Ничего страшного, что у вашей супруги есть любовница, которая садится ему на стол полуголая. Я вас уговариваю, да. Уговоритесь, пожалуйста, быстренько, потому что ему некогда по поводу любовницы я все объясню, нет, Ваша честь. Не согласна. То, что, потому то, как что... она все
давайте несерьезно. Супружеская измена – это супружеская измена. Измены никакой не было, Ваша честь. Разумеется. Она все выставила не так, как бы, как было на самом деле. Если хотите, я вам расскажу подробно. То есть я, Наташа, я тебе тысячу раз рассказывал, что была это за ситуация, почему Нина Петровна, моя бухгалтерша, была... Вообще, давайте я скажу вам с самого начала, чтобы вы поняли примерно, что это за человек. И на корню то, что абсурд, то, что она говорит, что Нина Петровна, моя бухгалтерша, это моя любовница. Дело в том, что это просто в высшей степени профессиональный человек. Только благодаря ее профессионализму, благодаря ее опыту, моя фирма осталась на плаву, Наташа, и я тебе продолжал покупать дорогие вещи, всякие аксессуары, одежду, а их у тебя просто уже в квартиру не помещается. Нужно будет, наверное, уже начинать переносить на вторую квартиру. Зачем вы такого сотрудника выдружаете на стол, блузку расстегиваете? Я сейчас вам все объясню по порядку, и вы поймете, что на самом деле ничего такого не было, как все вам представила моя любимая супруга. Дело в том, что Нина Петровна часто остается на работе допоздна, потому что очень сложный сейчас период, она сидит за отчетами, и она живет за городом. Она ездит на автобусе, и когда уже время не позволяет пользоваться общественным транспортом, она вынуждена вызывать такси, что, естественно, очень дорого. Вот я предложил ей абсолютно нормальный вариант. Я не вижу в этом никакой проблемы. Когда она остается допоздна, я ей предложил, то есть, ночевать на нашей квартире, которая все равно пустая. По-моему, это совершенно нормально. Совершенно нормально поднять бухгалтеру зарплату, чтобы она смогла себе купить машину, если она ваш бизнес спасла. А вы ее держите в черном теле, зарплатка у нее такая, что она должна на метро добираться, на автобусе добираться, а сами ей сдаете свой рабочий стол, чтобы она на них спала. У нее достаточно денег, чтобы ездить на такси, просто к чему эти траты, потому что практически каждый день она остается. Ну хорошо, я поняла. То есть логичнее ей иногда оставаться ночевать в этой квартире. Теперь по поводу квартиры. Угу. Во-первых, начнем с того, что Наташа туда пошла, как она мне сказала, поливать цветы, чего она никогда не делала. Соответственно, она там застала Нину Петровну, которая просто там находилась по естественной причине, потому что она там переночевала. Тебе не было никакой необходимости, говорит Наташа, потому что, как выяснилось, ты исключительно ревнивая женщина. Вот. Но, несмотря на все это, то есть я тебя бесконечно люблю со всеми твоими капризами, Наташа, но что касается Нины Петровны, ты здесь все неверно поняла. Во-первых, эта ситуация так повлияла на мою бухгалтершу. Там был конфликт, был скандал, что у нее случился сердечный приступ. Я по образованию медик, и я ей стал оказывать первую медицинскую помощь. Я сделал искусственное дыхание, непрямой массаж сердца. Я понимаю, что это может... мероприятия оказывали бухгалтеру? Ей стало плохо, у нее приступ случился. Какой непрямой массаж сердца? Стало плохо и реанимационные мероприятия? Я медик по образованию, я ей оказал первую помощь. Женщине стало плохо, я ей помог. И в это время зашла Наташа, как бы, и увидела то, что... Можно то, я что... вам скажу? Вот я владею первой помощью. На столе первую помощь не оказывают, потому что непрямой массаж сердца на столе делать невозможно. У вас угол просто другой. Человека надо поместить на пол, чтобы вам было удобно. Это вот я вам как медик-медику говорю. Хорошо, Я это прекрасно знаю, Ваша не честь. Не унижайте себя такими ответами, пожалуйста. То, что вам рассказала Наташа, что она сидела на столе с расстегнутой блузкой, это было не так. Я, естественно, сделал все по всем канонам. Конечно. Вот, я оказал первую медицинскую помощь. Я уже поняла. Не принимается ответ ваш. Ну, ей лучше действительно стало? Это было так. Хорошо, ей стало лучше. Вы понимаете, ей за 50, у нее внуки уже есть. У нее внуки. Вы ее реанимировали для внуков? Ну, Ваша честь, вы иронизируете, я понимаю, что эта ситуация выглядит немножечко абсурдно. Хорошо, но ей стало лучше после этой реанимации, посвежело. Ей посвежело, да, ей стало лучше. Ваша честь, ну... Хорошо, я считаю только вот что. Если вы сотруднику даете пользование, ваше совместное имущество, квартиру, в которую имеет доступ жена, необходимо поставить ее в известность, что, дорогая, сейчас, учитывая ситуацию на работе, вот пока поживет там человек, и все, и проблем нет, и ссор нет, и нет подозрений. Проблемы были бы, потому что Наташа, она и так все время находится в каком-то депрессивном состоянии, что она все время плачет. С тобой вообще говорить невозможно. Ну, Ваша честь, вот посмотрите на ее реакцию. Это капризный и ребенок. И жить тоже. Это хорошо. Капризный ребенок. И она хотела завести ребенка, при том, что она сама еще не наигралась. Вот как она весь быт перебросила на домработницу, так же точно она перебросила бы и ребенка. То есть, как не бы... упрекайте ее, потому думаешь. Что вот это объяснение, которое вы сейчас даете мне, как взрослой женщине, может принять у вас только ребенок. Поэтому вам должно быть выгодно, что она еще немножечко по-детски относится к жизни. Нет, я просто очень, как бы, очень серьезно. Может, я слишком предвзято к этому отношусь. Ответчик, скажите, пожалуйста, а кто-то еще вот из вашего окружения может подтвердить ваши слова? Ну, конечно. Моя сестра Марина, которая очень хорошо знает Наташу и которая видела все эти наши отношения,
с Наташей, то есть все это время, она знает, что я ни в коем случае не буду изменять своей супруге, которую я все еще очень люблю. Ранее вы ходатайствовали о вызове свидетеля Марины Анатольевны Хаустовой. Приглашайте свидетеля в зал. Вы свидетель Хаустова? Пройдемте со мной. Слушай, я тебе все сказала. Проходите. Ты сам все прекрасно знаешь. Она придумывала что-то непонятно себе. Не надо. Не меняешь. Марина Анатольевна, вы сестра ответчика, заняли его позицию, поддерживаете его позицию. Он говорит, что я не считаю необходимым расставаться с женой. Вы что считаете? Ваша честь, я совершенно точно могу сказать, что мой брат жене не изменяет. Ни с бухгалтером 50 лет, ни с кем-либо еще. На самом деле, вот эта уважаемая, не помню, кем она мне приходится, в общем, моя бывшая подруга, нынешняя родственница, просто бесится с жиру и уже не знает, к чему придраться, потому что мой брат прекрасно к ней относится. Ну, Марин, ты как-то повежливее с Наташей, потому что все-таки моя любимая супруга. Вот в этом-то и проблема. Ты разбалала свою благоверную. Ты чего говоришь-то? Я вообще тебя подруга считала. Какая подлость. Видите ли, рожать у нее запрещает, работать нельзя, бедненькая. Как ты столько лет прожила с таким монстром? Наверное, нереальные какие-то страдания перенесла. Вообще-то перенесла, тебе-то откуда знать? Я все знаю, Наташа, я все вижу, я не слепая. Я на самом деле уже жалею, что познакомила брата с Наташей. Ваша честь, мы работали вместе с Наташей в одном кафе. Она была уборщицей, я официанткой, подрабатывала, хотела показать родителям свою независимость. Ну и Сережа в это время искал девушку. Хотела, чтобы была из приличной семьи, не избалованная. Ну, я познакомила их с Наташей. Он возьми, влюбись в нее без памяти. Все уши мне про нее прожужжал. Наташа такая, такая хорошая, такая неиспорченная, так радуется недорогим подаркам. Ну, естественно, женился сразу на ней. Наташа вышла из ЗАГСа, и все. И этот образ милая бедность сразу пропала, села ему на шею и транжирит его деньги направо и налево. Марина, не говори ерунды. Вот ты не знаешь, вот ты вот... Зачем вот это говоришь? Это некрасиво с твоей стороны. Ваша честь, я хочу сказать, что я очень люблю своего брата. Ну, вы сами-то замужем. Вот нет, чтобы вы так судили о том, как должна складываться семейная жизнь. Вот когда вы будете замужем, тогда вы посмотрите, как вы будете транжирить, как вы будете относиться к семейному бюджету. Ну, давайте вот на своих учиться ошибках все-таки. Что вы обсуждаете с вашей подругой? Она как может живет свою жизнь. Я все это наблюдаю со стороны уже не первый год, и хочу сказать, что я молчала, пока он был счастлив с этой лентяйкой, но последнее время Наташа вообще обнаглела. И, Сереж, я не хочу, конечно, портить все впечатление, но у Наташи есть любовник. Марин, ну, секундочку, я понимаю, что ты немножечко, ну, предвзято относишься, не нравится тебе моя супруга, но ты сейчас явно перегибаешь палку, я в это просто не поверю. Сереж, к сожалению, это правда. Ну. И ты вот думаешь, зачем она ходит на эту квартиру вторую? Цветочки поливать? Ну, нет, зачем? Конечно. Она с своим любовником развлекается. И знаешь, кто ее хахаль? Не поверишь, официант в ночном клубе. А знаете что? Замолчите оба. Знаете что? Вы оба подлые твари. Что ты, что твоя сестра. Вы все время мне что-то запрещали, все время против меня шли. А у меня настоящая любовь, между прочим. У тебя настоящая любовь? У меня настоящая любовь. И в чем выражается твоя настоящая? Если бы даже не о чем поговорить было, а Матвей, он для меня все делает. Ваша честь, можно, чтобы Сережа понял? Можно Матвей Моречев сейчас придет? Он сейчас скажет. Да, вы ранее говорили, что есть Матвей Петрович Моречев, он заявлен, ходатайство истца о допросе Моречева. Как бы, как все вот эти прихоти он должен выполнять, Наташа? Это не важно. У нас все... Вы свидетель Моречева? Да-да. Пройдемте. Мне кажется, ты до сих пор не веришь, что ли, в это? Да, так и есть. Вот сюда, ты мне вообще времени не уделял. Здравствуйте, Матвей Петрович. Сейчас по ходатайству истца вас пригласили. Как я понимаю, истец вот говорит, что у вас отношения уже романтически завязались, а она вот еще в браке. Да, Ваша честь. На самом деле, Наташа моя любимая женщина. Я влюбился в нее с первого взгляда, когда она к нам в кафе пришла. Я знал, что у нее есть муж, то, что у нее кольцо на пальце увидел. Такие женщины вообще редко бывают свободны. Я хочу вас попросить прощения. Да что ты говоришь? И расскажи-ка мне, пожалуйста, на что ты собираешься содержать. Вообще-то вот я сейчас работаю. Ты знаешь, сколько стоит вот все, что... Ну и что? Я закончу, буду... Я сейчас в институте, потом закончу и стану архитектором. Ты архитектором до сих пор не понимаешь, что мне от тебя ничего не нужно. Ее туфли стоят, как бюджет, не знаю, какого-нибудь маленького африканского государства. Ты не понимаешь, я не хочу даже от тебя... Ничего не хочу, мне от тебя ничего не надо, что? Ой, убери, перестань это... Отдай ему. Наташ, ну к чему этот спектакль? Ну взрослые люди. А почему только туфли скинули? Истец. Нет уж, пожалуйста, скидывайте, значит, все. А что, платье еще скинуть? И платье, дорогая моя, скидывать. А вот если вы не готовы скинуть платье в суде, Наташа, тогда не цирк. Надо здесь вот такие вот зарисовки устраивать мне маслом. Пожалуйста,
Обуйтесь. Я прошу прощения, а что ты бросаешься себе дешевой бижутерии? Почему бриллианты свои в суд не надела? Ты заранее себе спектакль придумала? На самом деле, хочу сказать, что Наташа очень хорошо разбирается в брендовых шмотках и в драгоценностях. Ну, еще да бы. Мы все разбираемся, все нормально. Вещь, сразу глаза загораются. Это не имеет отношения к делу. Именно поэтому с официантом с этим и закрутила. Ну, что? Сейчас... Ты о чем чего? Говоришь? Я не знаю, о чем она говорит. Да, да, из-за дорогих вещей. Что там несешь вещей. Вообще? Какие я прошу прощения, молодой человек, вы можете поднять свою левую руку? Да, пожалуйста. Видите часы, ваша честь? Ну, вижу. Казалось бы, обычные часы. На самом деле, это известный бренд. И Наташа в курсе. Мы с ней сидели в кафе. Этот человек, молодой человек, официант, нас обслуживал. Наташа сразу видела часы, начала меня расспрашивать, кто это, а ему глазки строить. Я не знаю, о чем она говорит. И я ей сказала, что это сын миллионера. Да никакой я не сын. Как не? Как с чего вы взяли вообще? Да это обычные Марина, часы. Марина, ты сказала, что он да, похож на сына. Да, я специально. А ты и повелась на эти часы сразу. Ну подожди, а Наташа, как же? Это обычные часы, я в интернете купил, таких полно китайских сейчас заказал, и все. Ты меня обманул? Я ты тебя обманул, ты! Я что тебе говорил, что я миллионер, что у меня много всего? Ты вообще мне в любви клялась. Какая любовь, у меня вообще-то муж есть. О, Наташа вспомнила про меня, великолепно. Наташа, послушай, кто пожалуйста, тебе еще это все шутка. Мы тут разводимся, Наташа. Это шутка, я не мы хочу тут разводимся, послушай Наташа, меня, прямо сейчас. Я не хочу. Слушай, Сереж, Наташ. Это твоя сестра хотела довести вот нас вот до развода. Я вижу, что ты даже побледнел. Сереж, поехали, пожалуйста, домой, я не хочу, чтобы разводиться. Отойди, я... отойди, пожалуйста. Мы разводимся, Наташ. Ваша честь, я хочу забрать свой иск, я не хочу разводиться со своим мужем. Я люблю этого человека. Наташа, кого ты в итоге любишь? Ты определись тебя. Уже. Меня? Да, тебя. Последние тебе домой 15 надо минут ехать. Как? Поехали. Прекрасно. Поехали домой. Ох, Наташ, я, честно говоря, даже не знаю, что тебе после этого сказать. Но я тебя очень люблю, понимаешь? Я как бы не мог тебя разлюбить вот из-за этой глупой истории. Но все это очень-очень тревожно. Хорошо. Я даже не знаю, поговорим, наверное, мы после суд заседания. Суд удаляется для вынесения определения. Прошу всех встать. Производство по делу о расторжении брака прекратить. Суд прекращает производство по данному делу, потому что истица отказалась от иска, и этот отказ не противоречит закону и нарушает права и законные интересы других лиц. Право истца отказаться от иска предусмотрено статьей 39, частью 1 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации. Вам все понятно? Предельно. Судебное заседание объявляется закрытым. Прошу всех встать. Здравствуйте, прошу всех садиться. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по расторжении брака. Вы в зарегистрированном браке 8 лет, и у нас присутствует Соловьева Елена Викторовна, представитель органов опеки и попечительства, потому что у нас решается вопрос об определении места жительства ребенка. Арина Николаевна, вы должны суду изложить причину развода и также суть своих исковых требований. Начинайте. Ваша честь, я устала от постоянных измен своего мужа. Слишком поздно я поняла, что он никогда не изменится. Мы с тобой разговаривали по этому поводу, но зачем ты опять... Помолчи, пожалуйста. Ваша честь, понимаете, у нас с Владом был бурный роман, я безумно в него была влюблена, и только через полгода я узнала, что он, оказывается, был женат. Ну, естественно, когда я обо всем этом узнала, я хотела с ним порвать, но он мне начал лапши на уши вешать, говорить, как он в меня влюблен, что он жить без меня не может. Я поверила. Ну, на самом деле он действительно тут же развелся, женился на мне, но я от этого счастливее не стала. Почему ж? Потому что на самом деле ему не нужна была я, ему нужны были мои деньги, вернее, деньги моего отца. Да какие деньги-то? Ты мне нужна была всегда. Он меня использовал точности так же, как использовал свою первую жену Инну. Благодаря ей он получил московскую регистрацию, ее родственники устроили его в высшее заведение, самое престижное и крутое. Только этого ему мало стало. Ему
аппетиты его расти начали. Ему бизнес нужен был, связи нужны. А тут как раз я. Мой-то папа богатый, и связей у него очень много. Так что у вас да прям и связи, и все. Может быть, это все-таки ваше подозрение? Может нет, быть, как-то вы себя не чувствуете достойной любви? Потому что, мне кажется, это странным. Вы красавица, вы умница. И что ж вас, только за связи отца любить? Зачем же вы так себя не уважаете? Ваша честь, к сожалению, это не подозрение, потому что он сам этого не отрицает, понимаете? Он не отрицает. Я бы, конечно... На самом деле, вот для меня не так даже было важно его измены. Я терпела это, но все равно он ко мне неплохо относился, но дело на самом деле в другом. И а в чем? Основная причина была у меня, моего развода, совершенно другая. Какая же? Мой отец умер благодаря ему. Он виновен в смерти моего отца, вы понимаете? Он набрал кредитов, отдать их не смог, потому что он их всех разбазарил. На любовниц, на своих. И стал приставать к моему отцу, чтобы он ему помог финансово. А отец мой отказался, естественно. Почему он должен всю жизнь его тянуть на себе? Он его стал изводить, он его доводил постоянно, нервировал. И однажды на вечеринке, на очередной, на нашей семейной, он до такой степени довел отца, что у него случился инфаркт, и он прямо там и скончался. Вы представляете, как я могу жить с таким человеком, который довел моего отца до смерти? Ну, состояние здоровья вашего отца, наверное, было уже не такое хорошее, поэтому здесь нельзя причинно-следственную связь сразу проследить. Ваша честь. Давайте вы лучше объясните, что у вас в семье произошло. Может быть, с ваших слов это станет более понятно? Конечно, я сейчас все объясню. Во-первых, ваша честь, я категорически против этого развода. То есть я считаю, что то, что сейчас у нас происходит в семье, это просто временная трудность. И все. Ариш, но я тебя люблю, и тебя, и Егора люблю. Вы для меня семья, вы для меня все. Как вы, ты не понимаешь-то этого? Пожалуйста, не слушайте его. Пожалуйста, я прошу, оставьте мне моего сына и разведите нас. Честь. Мой сыночек Егорушка, ему всего 4 годика. Угу. Он маму любит, он привязан очень ко мне. Да и материально я обеспечена лучше, чем он. У меня 3 квартиры. Понятно, материально. Но вы же понимаете, что также вы являетесь инициатором развала семьи. И сейчас получается, что ребенок должен остаться без отцовского внимания. Это тоже нехорошо. Да какой вы говорите, оставить ребенка с вами. Может быть, с отцом придется его оставить. Ваша честь, но все, что как она рисует, не так все выглядело. Хорошо, как выглядело? Да, действительно, то есть так получилось, что то есть я признался в этом жене, потому что пересмотрел полностью все свои взгляды. У меня, да, были любовницы, но их было не так много, как она говорит. То есть было там 2-3. Чувствительно, вообще это... несерьезно даже. Вот, ваша честь, вы слышите, что он говорит? 2-3. Ну, знаете, это было, то есть у меня не чувствовалось. Дорогой мой, вам самому смешно. Да не смешно мне. Потому что и одного раза, и полунамека, и полувзгляда достаточно, чтобы женщина почувствовала себя нелюбимой не в ваших любовницах дело. Она чувствует себя нелюбимой, она думает, что она вам не нужна. Это важно. Видите, а сколько раз там и с кем? Круг общения, в котором я находился, можно сказать, подразумевал такое, что была молодая любовница. То есть у всех друзей, приятелей такое было. То есть, знаете, как у женщины модный аксессуар какой-то есть, и тут точно так же. Да ты бесстыжий, ты не только признаешься при всех, что ты мне изменял, а ты обо мне-то подумал, а? Да тебя не поймешь. Признаешься... Мне же больно, ты можешь это понять? Признаешься, делаешь больно. Не признаешься, зачем ты мне врешь? Вообще непонятно, то есть для чего ты это делаешь? Ваша честь, я хочу, чтобы Егор остался со мной, чтобы я хочу воспитывать, потому что ребенку, тем более в таком возрасте, правильно, нужна отцовская рука, чтобы он ребенка поддерживал во всем. Вот этот период, там, пеленок и так далее, он уже прошел. Я должен воспитывать. Ваша честь, это, по поводу отца, это вообще просто стечение обстоятельств. То есть вот мы с ним были партнерами по бизнесу, мы вместе бизнес поднимали. И как любые партнеры, правильно, то есть мы разговаривали между собой, что-то обсуждали, в чем-то он был со мной не согласен, в чем-то я с ним. И точно так же в одну из ссор ему стало плохо. То есть у него с сердцем было плохо и до меня, правильно? Не сможешь, то есть я-то здесь при чем? Не сможешь ты сына потянуть, не сможешь. У тебя и жить-то негде. Куда ты его приведешь? Да как негде? Я обеспечен не хуже тебя. У меня есть свой бизнес. У меня с матерью квартира на двоих. Подождите, дорогие супруги. Вы сейчас говорите я. Вы понимаете, что вы сейчас раздираете своего сына на куски? Мне, может быть, взять ножнички и вашего сына вот так вот перерезать и вам по половиночке дать. Он не любит сына, вы понимаете? Он ему не нужен. Вот все, что он сейчас говорит, он кривляется. А он говорит наоборот. Да он никогда о нем не думал. А когда он уезжал в свои командировки... А сын хочет.
хочет и папу, а сын хочет, чтобы мама с папой любили друг друга. Ваша честь, я вам сейчас расскажу, как он любил сына. Он приходит домой после своей очередной любовницы. Сыночек бежит к нему. Папочка, посмотри, что я нарисовал. Ну, сыночек посмотри. Же не знает, что он был у любовницы. Дети смотрят. Но он-то даже не интересуется его поделками и рисунками. Он говорит, пошел вон, я устал, я спать хочу. Да как не интересовался? Не приставай ко мне. Он даже о последнем дне рождения ребенка забыл, вы понимаете? Мы договаривались с семьей, что мы все вместе с сыном пойдем в аквапарк. Ребенок этого дня ждал. Мы договорились, что сходим потом в кино, в кафе. Мужчина вообще плохо помнит даты. И самое главное, выполнял ли он свои обязанности да по отношению к ребенку в другое время? Он уехал в командировку, забыл про то, что у него у сына дня рождения, не поздравил его, не позвонил. Ребенок проплакал целый день, отказался куда-либо идти. Мне так сына было жалко. А на самом деле он находился в 100 километрах от Москвы в профилактории со своей любовницей. Но это догадки и даже твои. Не позвонил ему. Это твои догадки. Бесстыжий. Какого он сына воспитает? Какого? Понимаете, 4-летний ребенок, mm-hmm. это не мужичок уже маленький, вот там 16-летний, которому mm-hmm. с папой уже интереснее на рыбалку съездили, на футбол сходили. 4-летний ребенок требует постоянного ухода, постоянной заботы. Эта забота такая, она женская. Там в мелочах. Вы работаете. Работающий человек. Угу. Как вы сможете постоянно заботиться о 4-летнем ребенке? Ваша честь, ну я только что же сказал, что то есть, квартира, то есть у меня есть с матерью на двоих, правильно? То есть и точно так же то есть, сможет просто помогать ну, моя мать в чем-то. То есть я буду зарабатывать деньги, а моя мать будет то есть, там с ну, ребенком значит, сидеть. Воспитывать ребенка будет фактически мать, вот а вы нет, будете заниматься нет, финансированием ну, почему, этого ну, нет, процесса. Почему? То есть, ну, вечером с работы пришел, правильно, то есть я с ребенком позанимался, у меня есть выходные, то есть я смогу с ним сходить там и погулять, и еще чего-то. То есть нужна действительно мужская рука. То есть это не тот период, когда там пеленки, там еще так далее, когда действительно нужно женское внимание. А сейчас он становится мужчиной, то есть ему это нужно. Ну и, конечно, финансовая сторона тоже не она как основополагающая, правильно? Что она воспитательница в детском саду работает? Что она там заработает? Да я воспитательницей работаю, ваша честь, потому что мне это нравится. У меня 3 квартиры, я вообще могу не работать. Я 2 сдаю, в одной живу. Но, тем не менее, вы все-таки не хотели бы расставаться с вашей женой. Значит, у вас есть какая-то надежда, что отношения наладятся? Скажите, вот вы прислушивались к этому человеку? Почему она-то хочет с вами расставаться? Вы услышите свою супругу, если вы хотите наладить отношения? Ваша честь, ну неоднократно обо всем разговаривали. То есть, ну, я у нее и прощения просил. То есть я готов исправиться. То есть я уже не знаю, как по-другому донести до нее эту информацию. Но в любой ситуации, ну, в любой семье есть сложности, правильно? И у нас точно так же. Не можем же мы 8 лет прожить там, без любви, без радости. Такого не бывает, правильно? Мы долго с Ариной не могли завести детей. Вот. Но и однажды мы эту трудность все-таки решили. Мы усыновили ребенка. Вот. И то есть сейчас я считаю, что у нас вообще просто идеальная семья, мы воспитываем ребенка, пожалуйста, мы рады. Вот Егор 4 лет, вот ваш совместный ребенок, он усыновленный, да? Да. Как давно вы его усыновили? 1,5 года назад. И я считаю, что ребенок должен расти только со мной. Ему 2,5 годика было, да? Да. Ему никогда было не интересно о ребенке ни до усыновления, ни после усыновления. Давайте сейчас вы чуть-чуть остывайте, а мы обязаны выслушать представителя органов опеки и попечительства и Елену Викторовну. Вот давайте ваше заключение. Мы считаем, вот сразу скажу, мы считаем, что Егорке надо оставаться с мамой. Почему? Егор эмоционально, маленький Егор, связан со своей мамой. Он просто мама и мама для него самое главное. Затем у мамы материальные условия во много раз лучше. Вот она уже тут говорила, что квартира, где 100 метров, это там мальчика своя, естественно, комната, все хорошо. Рядом детский сад, куда он ходит. Там бассейн, там группа английского языка. То есть ребенок во всех отношениях обеспечен и материально, и духовно. Это первое. Второе. Вот мы навели справки относительно бизнеса. К сожалению, бизнес у нее не идет. На настоящее время, вот мы тут взяли его баланс за прошлый год, баланс отрицательный, то есть нет прибыли. Прибыли нет, поэтому говорить, что у него деньги там какие-то. Вот что касается Арины Николаевны, правильно, она сдала 2 квартиры, она имеет достаточно денег, чтобы и ребенка развивать, и самой жить, и не работать. Но она действительно, она любит детей, она работает в том же садике, где Егор. То есть, вот, то есть она просто профессиональный педагог. Она профессиональный, ну, да, конечно. И причем ребенок все время с ней.
ну, не то чтобы, конечно, он с ней, но он видит ее. В той же группе, он постоянно в контакте с мамой. Видит, да, он вы видит, правы, так. Это очень Теперь, важно. Теперь, что касается квартиры. Эта квартира находится в городе Туле. Площадь ее, она двухкомнатная, ее площадь 42 квадратных метра. Находится она в аварийном доме. Дом официально признан аварийным. То есть помещать ребенка туда. Никаких детских садов, потому что это окраина Тулы, там мы не наблюдали. То есть если даже он устроит ребенка, то это нужно будет возить его через полгорода. И потом мама будет сидеть. А, простите, а зачем отнимать ребенка у мамы любящей, чтобы с ним сидела бабушка, а папа там иногда его навещал? Вообще складывается впечатление, что папа как-то не очень... нормально относится к ребенку, скажем так. Вот мальчик все к маме, к моей маме. Ваша честь. Мы пришли, извините, я закончу. Мы пришли незнакомые люди. Ребенок к маме побежал, он не закричал: папа, там, защити меня, он к маме. Так что мы считаем, ребенка надо оставить с мамой. Ну да, это вы очень убедительно. Ваша честь, я могу пояснить вам свое поведение. То есть я не хотел раньше этого говорить, можно сказать, так, ссор из избы выносить. Вот. Но поскольку уже... Ваша изба уже развалилась, давайте уже ссор. Вот. Ну, поскольку Арина так настроена... Арина с вами разводится, да? Да. Ну, то есть менять свое мнение она точно не хочет. То я готов это сказать. Егор – это мой сын, и она к нему, можно сказать, отношения никакого не имеет. Это мой сын от любовницы. Подождите, это усыновленный ребенок. Ваша честь. Но это мой родной, мой родной сын от любовницы, от моей. Ваша честь. Так, ваша подождите, честь. Подождите. Можно значит, я скажу? Ваша любовница родила от вас ребенка, и она вам позволила ребенка усыновить, вам и вашей супруге, которая теперь является его матерью. Нет, видите, дело в том, что ее разрешение на тот момент уже как бы и не нужно было, поскольку так получилось, что Даша, она погибла. Даша это мать ребенка, биологическая. Да, вот моя любовница Даша. Вот она, ваша любовница да, бывшая. Она погибла. И то есть разрешение-то ее как бы не нужно было. А Даша уже познакомилась с Ариной ранее, поскольку она водила ребенка в тот же детский садик, в котором Арина работает. То есть они подружились, начали общаться. И Арина начала уже Егора брать к нам домой, то есть посидеть, еще чего-то. У Даши, потому что был очень сложный характер, ну, она иногда позволяла себе. То есть бывало такое, что она пила, и из-за этого Арине было жалко его, и она брала его к нам домой. А после этого, как Даша умерла, я подошел к Арине, рассказал ей, все признался, то есть, что действительно вот это была моя любовница, что это ребенок мой. И начал ее уговаривать, чтобы этого ребенка мы взяли себе. То есть как бы там ни было, это все равно правильно, для меня это родная кровь. Ваша честь. Вот. И у нас было много разговоров, много думали по этому поводу. Ну и все-таки Арина согласилась. Хотя в дальнейшем я начал все равно... замечать за ней, что она как-то холоднее стала относиться к ребенку, стала как-то равнодушнее к нему. На самом деле ребенок ему был не нужен ни до усыновления, ни после усыновления. И усыновить предложила я этого ребенка, когда он мне признался, что это его сын после смерти Даши. А он мне, знаете, что на это ответил? А оно нам надо. Он нам нужен, этот ребенок. Вот какой папаша перед вами стоит. Ваша честь, я не знаю, почему она цепляется... так, за ребенка. Подождите, пожалуйста, Арина Николаевна, расскажите мне, а как это произошло? Он что, пришел и сказал, знаешь, вот, Арин, вот это твоя подушка Даша, и вот у нее сын, ну, в общем, это мой сын. Ну, когда моя подруга умерла, мы Даша, Даша, мы ее похоронили. Она не очень-то ваша хорошая подруга, видать, была, если с вашим мужем ну, она... Ну, ребенка жалко. Ну... Когда я это поняла, я уже об этом не думала, потому что Егорушка остался один, и у меня все мысли заняты были этим ребенком. Тем более у нас детей не было, а мы давно мечтали... Так, хорошо, значит, ваша подруга умирает, да. Егорка остается один. Вы думаете, вы не знаете еще, что подруга любовница вашего мужа. Я еще не знала. Вы говорите, ну что ж, надо о ребенке заботиться. Я и так хотела его усыновить, но потом он мне еще и признался вдобавок, и тем более... А как он вам признался? Ну, пришел пьяный. В очередной раз домой и пьяный все выпалил. Ваша честь, понимаете, я-то Егорушку полюбила с самого первого дня. И я очень к нему тепло отношусь. А этот человек, ему нужны только деньги. И со мной он сейчас брак хочет сохранить только ради денег. И поэтому я приняла решение. Я долго думала, но я решила. Я подготовила все документы. Вот я отдаю тебе одну свою квартиру.
подарственный. Мы прямо сейчас из суда можем пройти, подписать. Ты знаешь, что я тебя не обману. Если я это решила, я это сделаю. Соглашайся, Влад. Ваша честь, мне кажется, а это... А в обмен? А в обмен ребенка оставили? Нет, я хочу, чтобы он от меня Егор, отвязался вместе отстал. С ребенком и больше нас не трогал, чтобы мы жили спокойно. Двух квартир нам хватит, я думаю. Подождите, как он отвязался от вас вместе с ребенком? Чтобы возьми, он вам оставил ребенка? Ваша честь, ну какой у нее может быть моральный облик, если она хочет, чтобы я продал я своего ребенка за квартиру? Я мне тебе кажется, предлагаю. Чему она ребенка сможет воспитать? Ты слышишь нас, меня? Как... Меня послушай, я тебе предлагаю один-единственный раз. Думай, да или нет. Нет, отвечай. На, забирай свои документы, мне они не нужны. Я ребенком придержите торговать не хочу, квартиру. Я отцовской любовью. Ты отказался? Да. Все. Конечно. Ну, теперь сам пеняй на себя. Больше тебе ничего не предложу. А чего мне бояться? Ваша честь, я прошу сюда пригласить свидетеля, его первую жену Инну. Она сейчас вам скажет такое, что зачем? Это все перевернет. Весь наш процесс. Ты сам виноват. Зачем я тебе ты предлагала. Ее сюда пригласила? Ну, сейчас зачем узнаешь. Зачем она сюда приперлась? Узнаешь. Поступило ходатайство о допросе ранее заявленной Инны Петровны Копыловой. Пригласите ее в зал. Вы забыли еще один аргумент привести. Вы свидетель Копылова? Да. Пройдемте со мной. Как же мне об этом сказали? И вам кажется, что он рассчитывает на это наследство? Здравствуйте. Инна Петровна Копылова, да? Да. Вы являетесь первой женой ответчика. Ваш брак, как я понимаю, был расторгнут давно. Как, сколько лет назад? 8 лет назад. 8 лет назад. Значит, и вы сейчас выступаете на стороне истца, который ходатайствует о расторжении брака. Конечно. Значит, вы хотите, чтобы этот брак распался. Скажите, преследуете ли вы какую-то цель, чтобы вернуть своего супруга, бывшего? Его? Боже упаси. А зачем он мне нужен? Он использует всех женщин. И я... И очень хорошо, что Арина с ним разводится. Я не хотела поднимать эту тему, но так как мы с Ариной сдружились, и я узнала всю историю о его сыне, как бы. Дело в том, что Влад бесплоден. Да чего хоть ты плетешь-то? Дура. Я тебя предупреждала. Угомонись. Незадолго до развода мы прошли обследование, так как за 8 лет у нас не было с ним детей. Он даже не поинтересовался результатами анализа. Зачем? Он же неотразимый у нас, мачо, герой. Девушки за ним ухлёстывают. Я поделилась с Ариной результатами анализа о том, что она, как дура, ведет себя. Она просто пригрела чужого ребенка. Это не твой ребенок. А чей же тогда? Надо было у Даши своей спрашивать, чей это был ребенок. А не прыгать, бегать, искать новых женщин помоложе. Побогаче. Герой-любовник. Посмотри на ребенка, там видно, что мой. Почем видно? По лицу. Что ты взял? По какому лицу? Справку покажи. У нас есть доказательства. Подождите, это вы тест, что ли, на отцовство да. сделали? Да, конечно. Какое доказательство? ДНК. Ну, поясните. ДНК. Ваша честь, мы у него полно мусора. Он поставлял своих вещей. Да я ногтей. Знаю, что и дома биологического волос, материала всего полно. Остального. Скажите, да. пожалуйста, значит... И с Егора, есть... Арина мне передала от Егора мальчика. Этого 4-летнего. И мы просто провели экспертизу, потому что Арина мне не поверила, что он бесплоден. Но извините, если моя подруга, да, вторая жена его, должна воспитывать его сына, считая, что это его сын. Это чей ее это сын надо? Давно. Не веришь? На, ну, конечно. Посмотри. Я его люблю, этого ребенка. На. Так, тише, ну, тише, как? Вот так вот не надо, пожалуйста. Ничего страшного, поднимет. Как такое может быть-то? Даже невелика птица. Меня любит. Почитай, почитай, читать-то умеешь хоть. Потому что тебе сказала, ты пирожок не если ничего не умеешь. Ты даже ребенка ты сделать не можешь. Его любовница Даша родила ему ребенка, не пойми от кого, и втюхала. Отдала, как говорится, вот, вот ребенок, воспитывай. Ну, сама померла, жалко, молодая была, дура. А теперь он нашел дуру Арину. Подождите, так значит, Даша, ребенка, которого она родила не от Егора, да. она этого ребенка ему представила, как вот, говорит, твой ребенок, да? А он и поверил, проверять ну, ничего не стал. Скорее всего, тот был мужчина уверен, отказался, да, наверное. Да. Куда ну, деваться? Он же себя героем считает. И до сих пор, видать, считает, что это сами его ребенок. Ну, почему бы и нет? Почему бы и нет? Но только он делает из нее-то дуру.
Арина, Инна, мой твой совет. Егора, отдать ты его в детский дом, ты молодая. Нет, я его люблю. Выйди замуж и роди себе нормального своего ребенка. Ваша честь, какая разница, биологический отец, я не биологический, правильно? Мое юридическое отцовство никто не отменял, правильно? То есть я юридически считаюсь его отцом. Угу. И я хочу этого ребенка воспитывать. Я хочу, чтобы он был со мной. Да не хочешь ты его воспитывать. Нет, Господи, тебе пойми. Деньги нужны. Господи, да какие деньги? Ваша честь. Да не сказала я вам еще один момент. Папа его, его отец, дед Егорушки, он оставил свое состояние. У него там квартира была, акции были какие-то. Ну, в принципе, там достаточно приличные были деньги. Он все завещал Егору. Семейные накопления. Да, потому что... Внуку, правильно. Внуку, да. Так. Потому что вот с ним, вот со своим сынком, он уже давным-давно не общается. Он его считает пустобрехом, пустозвоном. Он-то мудрый человек. Он давно понял, что он из себя представляет. А ваш свекр видит в этом маленьком мальчике Егорушке, видит надежду он на продолжение рода. Он его безумно любит. Любит его. Значит, сейчас тот, с кем останется Егор, и будет являться распорядителем и хранителем вот этого вот имущества. Я позабочусь о том, чтобы все деньги достались Егору, а не ему. А ты ничего не получишь, понятно? Ничего не надо, я хочу, чтобы ребенок со мной был. Другую женщину себе найдешь и будешь так родить. Родишь еще. Хорошо, позиция ответчика. Ясна, позиция истца, ясна. Суд удаляется для внесения решения. Прошу всех встать. Оглашается решение суда. Иск о расторжении брака и об определении места жительства ребенка удовлетворить. Брак между супругами расторгнуть. Определить место жительства 4-летнего сына по месту жительства матери. Суд определил место жительства 4-летнего сына супругов по месту жительства матери, потому что малолетний ребенок в большей степени нуждается в материнской ласке, внимании и заботе. Решение суда вам понятно? Судебное заседание объявляется закрытым. Что, съел? Прошу всех встать. Пошли. Пойдем, подружка. Я буду обжаловать это решение. Ой, ради бога, это ваше право. Обжалуйте, обжалуйте. Все.